Уважаемые пользователи приборов Dianel, если вы получили на своем компьютере ошибку о том, что Sentinel Hasp Key не найден, not found, это означает, что USB-ключ у вас либо не подключен, либо сломан, либо в нем села батарейка. Соответственно, мы рассмотрим случай только замены батарейки. Когда он сломан, это физически сломан, это невозможно починить, надо приобретать новый ключ. Итак, корпус ключа разбирается таким вот образом. Ну, естественно, с применением аккуратных усилий, специального инструмента, и рекомендуем вам обратиться в ремонт сотовых телефонов или компьютеров, чтобы там мастер аккуратно это сделал. Итак, надо заменить вот эту батарейку. И после того, как вы ее замените, ключ у вас начнет работать. Соответственно, надеваем обратно кожух ключа, подклеиваем его и вставляем в компьютер. Соответственно, программа начинает работать и прекрасно работает. Если вы или ваш мастер сломает ключ, то, к сожалению, это не будет покрываться гарантией, и вам придется приобрести новый ключ. Спасибо за внимание. Обращайтесь к нам, Центр информационных технологий Nelian, сайт www.nelian.ru.